мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. В День социального работника на базе Центра русской культуры Кызыльская городская организация Всероссийского общества инвалидов провело отчетное мероприятие по итогам реализации полученных грантов «Няня на час» и «Солнышко в ладошках». Мероприятие прошло с участием детей и родителей, друзей и партнеров, мастеров и нянь. «Няня на час» – это проект, направленный в помощь семьям с особенными детьми. Основная цель этого проекта – дать передышку родителям, помочь мамам организовать свое свободное время и присмотр за особенными детьми. На реализацию данного проекта оказана государственная поддержка в сумме более 120 тысяч рублей. Как отмечают организаторы, услугами нянь воспользовались около 60 семей. Исполнено более 200 заявок. Няни качественно, ответственно отработали более 600 часов. Следующий проект «Солнышко в ладошках» направлен на занятия творчеством с детьми-инвалидами. Совместные занятия помогли родителям снять психологическое напряжение, завести дружеские отношения из круга таких же родителей, делиться советами и оказывать друг другу помощь. А главное – научить ребенка и родителя вместе творить доброе и прекрасное. На реализацию данного проекта оказана государственная поддержка в сумме 150 тысяч рублей. В рамках проекта прошло около 70 различных мастер-классов, которые провели 6 мастеров. Правительство России предлагает в следующем году начать поэтапное повышение пенсионного возраста. Чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 года у женщин в 2034. Об этом сообщает издательство «Российская газета». Отдельным категориям граждан сохранят льготы. Действующих пенсионеров изменения в системе не коснутся. 14 июня правительство России одобрило проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсии, подготовленные Министерством труда и социальной защиты. Законопроект направлен на поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. В соответствии с разработанным проектом федерального закона, повышение пенсионного возраста не предусматривается для граждан, занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями труда, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам, а также в связи с радиационным воздействием. Эксперты Народного фронта представили первые результаты мониторинга цен на топливо в стране по итогам обращений граждан на горячую линию и рейдов активистов ОНФ на заправке. Автомобилисты сообщают, что за 2-3 недели стоимость бензина марок АЕ-92 и АЕ-95 и дистоплива поднялась на 5-7 рублей. По данным Федеральной антимонопольной службы, резкого роста больше не отмечается. Однако результаты мониторинга ОНФ говорят о том, что ситуация еще не стабильно, и в отдельных регионах проблемы сохраняются. С 9 по 11 июня на горячую линию ОНФ поступило более 2000 сообщений из всех 85 субъектов России. Выше всего цены на бензин марки АЕ-92 взлетели в Магаданской области – до 58 рублей за литр. В других регионах цена за литр АЕ-92 выросла в среднем до 43-46 рублей. Самые высокие цены на бензин АЕ-95 зафиксированы в Мурманской области – 55,5 рублей за литр. Республике Саха-Якутия – 52 рубля 60 копеек. В Магаданской области – чуть больше 50 рублей. В Камчатском крае – 51 рубль. В среднем повышение на эту марку бензина достигло 45-48 рублей. Отмечается, что Народный фронт продолжит принимать обращения, проводить рейды на АЗС и будут периодически предоставлять кабинету министров и в администрацию президента картину в динамике. И о курсах валют. Доллар стоит 62 рубля 25 копеек, евро 73 рубля 56 копеек. У вас товар, у нас займ. Ломбард Хотей. Быстрый займ денег под залог золота, техники и шуб. Дружба 11 272 27. Сила гор, магия трав,
выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка «Пантовый бальзам Субидей» с уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чультум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский». Следственным комитетом Тувы проводится проверка по факту гибели ребенка. 11 июня в правоохранительные органы Тисхемского района республики поступило сообщение об утоплении ребенка в реке Аруку, села Ошина, 9-летнего мальчика. Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что в этот же день около 14-15 часов четверо малолетних детей села Ошина в возрасте от 8 до 11 лет без сопровождения взрослых купались на реке в 300 метрах от села. Переплывая реку, 9-летний мальчик начал тонуть, после чего его тело унесло течением. Позднее тело малолетнего было обнаружено в 60 метрах. На момент осмотра каких-либо телесных повреждений не обнаружено. В настоящее время по факту гибели ребенка организована доследственная проверка. Будут установлены все фактические обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Как показывает следственная практика, ежегодно в водоемах гибнут малолетние и несовершеннолетние в возрасте от 3 до 14 лет. В некоторых случаях дети находились у естественного водоема без ведома родителей и взрослых. А в некоторых случаях родители, зная, что дети ушли на реку, не предпринимали мер по обеспечению их безопасности. По данным службы ГУОЧС республики, за прошлый купальный сезон на реках и озерах Тувы утонуло 20 человек, из них 8 детей. Уважаемые граждане, служба ГУОЧС Республики Тува настоятельно рекомендует всем родителям и неравнодушным гражданам соблюдать меры безопасности воды, не оставляйте маленьких детей без присмотра, будьте рядом, когда они хотят искупаться, поговорите с детьми, чтобы они обязательно говорили, куда и с кем уходят. Обращаем внимание родителей. Жизнь ваших детей зависит от вас и ваших действий. Уважаемые граждане, не распивайте спиртные напитки у воды. Нахождение в нетрезвом виде и у водоемов влекут за собой тяжелейшие последствия вплоть до утопления. Будьте осторожны и соблюдайте меры предосторожности на воде. Министерством экономики Тувы инициировано подписание соглашения между Агдавуракским горным техникумом, компанией «Межиги и уголь» и сотрудничестве в области профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов, организации профессиональной работы, производственной практики и трудоустройства выпускников. Кроме того, инвестор сыграет немаловажную роль при организации практических занятий для студентов, а также при повышении квалификации педагогического персонала техникума. Подготовка проходчиков и подземных горнорабочих начинается с 1 сентября текущего года. Напомним, проект по освоению межигейского месторождения каменного угля предусматривает строительство современного, высокотехнологического и безопасного производственного предприятия по добыче коксующегося угля на межигейском угольном месторождении в объеме свыше 1,5 миллиона тонн в год. В настоящий момент на объекте трудятся свыше 400 человек. Из них граждане Российской Федерации 82%, в том числе жители Республики Тыва 18%. Жители республики замещают в основном должности инженерно-технического персонала, наблюдается потребность в кадрах рабочих специальностей. Накануне в Доме народного творчества республики прошло торжественное чествование почетных доноров. Ежегодно 14 июня по всему миру отмечают День донора крови. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера, австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. Всемирный день донора крови – особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров. Главной целью этого события является повышение осведомленности о необходимости безопасной крови и ее продуктов. И, конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих жизней. У нас в республике 264 почетных донора,
ну, плюс 16, и вот это все наши почетные доноры. Мы также пригласили на концерт и активных доноров, и доноров с редкой группой крови. Ну, и мы номинации разные придумали, и вот мы решили вот таким вот образом отметить свой праздник, праздник донора. Почетным донорам надо сдать 40 раз кровь или 60 раз плазму. Ну, еще, возможно, сочетание разных видов вот этого всего. И вот таким образом можно стать почетным донором. И почетный донор у нас по федеральному закону ежегодно один раз в год получает денежную выплату, которая в этом году составила 13 500 рублей. И данная сумма каждый год индексируется. Также почетные доноры имеют некоторые льготы, такие как проезд, бесплатный проезд на общественном транспорте. Также почетный донор имеет право без очереди лечиться в больницах. Елена Цибигей вот уже на протяжении 18 лет безвозмездно спасает жизнь людям. В первый раз дала кровь в 2000 году. Помочь совсем незнакомому человеку оказалось очень просто. Даю кровь я уже давно, где-то с 2000, наверное, года. А сдавала сначала я платно, я просто не знала. А потом один раз пришла, как обычно, сдавать на станцию, сидит со мной девушка. Я у нее спросила, вы как сдаете? Говорит, я так безвозмездно сдаю, ну, в банк, станции приемания. И вот с этого момента я тоже стала сдавать бесплатно. Ну, вот так постепенно стала почетным донором. Плазму раньше сдавали 4 раза в месяц, можно было. Сейчас пореже, 2 раза. Почетный донор – это звучит очень гордо, сильно и смело. В этот день звание «Почетный донор России» получили 16 человек. Можно утверждать, что за свой стаж в сдаче крови они спасли тысячи жизней. Сегодня действительно замечательный праздник. От мэрии города Кызыла, лично от мэра. Я хочу поздравить всех доноров, всех награжденных доноров с таким замечательным званием, что они спасли очень много жизней. У нашей коллеги Чеча Кундаковна не только хороший донор, но отличный специалист, очень хороший человек, поэтому мы очень гордимся, что среди нас оказалась вот такая очень отважная, порядочная, добросовестная женщина. Донором может стать любой человек старше 18 лет. Однако у донорства есть противопоказания. Кровь не возьмут у человека с хроническими или заразными заболеваниями, или если он весит менее 50 килограммов. Тем людям, которые хотят стать донором крови, важно особенно внимательно относиться к своему рациону и следить за здоровьем. С 22 по 24 июня 2018 года в Кызыле пройдет 7-й международный этномузыкологический симпозиум «Хаамей» – «Горловое пение. Феномен культуры народов Центральной Азии». В нем примут участие представители регионов России и зарубежья. Основная цель симпозиума – широкое обсуждение комплексных теоретических исследований как алтайского хая, хакасского хая, монгольского хоумия, так и тувинского хаамея и сольного двуголосного пения других народов. Среди задач симпозиума – стимулирование и развитие научно-исследовательских работ по хоамееведению, сохранение аутентичности приемов исполнения тувинского хаамея, выявление представления хаамижи и их социально-творческая поддержка местными администрациями кажунов Республики Тыва, развитие туристической деятельности в Туве, содействие совместным научным экспериментам, проектам регионов России и зарубежных стран в области искусства, литературы, экологии, здравоохранения, охранение, развитие меценатства и спонсорства, оказание благотворительной помощи для творчества хаамижи, мастеров-изготовителей национальных инструментов, прикладного искусства, организация досуга, зрелищных программ как для населения Тувы, так и для гостей.
Первая республиканская ФМ-радио «Голос Азии» запустила новую порцию квестов, но на этот раз с пищей для искушенных дам. Ведущие в эфире представили нового партнера – ювелирный павильон «Сильвия», что находится на базе РПС улицы Мира, 13. Загадка была очень сложной, тем не менее, победителю квеста партнер подарил сертификат суммой в 500 рублей на покупку ювелирных украшений. Узнаем, кто на этот раз разгадал загадку квеста. Замес майонез! Завтра новый квест и новый подарок от Сильвии. В этом ювелирном павильоне большой ассортимент золотых и серебряных украшений по приемлемой цене. Вас удивят подарки, акции и приятные мелочи для дома. Постоянным клиентам скидки, которые, кстати, действуют постоянно. Спонсор прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. «Отличные наличные» – с заботой о клиентах. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность. Ночью и днем местами небольшой и умеренный дождь, гроза. В Кызыле переменная облачность без осадков. Возможно, гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов. Днем плюс 25-27 градусов. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию 10 на 10 за 10. Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было.